И всем привет, с вами снова я, Комфи, или же Кофи, и сегодня мы продолжаем наше выживание на одном блоке, но уже как бы не на одном, да? Сзади вы, меня вы видите дофига свиней, не обращайте на это внимания, нет, вы что? Да, вот, и сегодня я как бы дошла до нового биома, наконец-то. Да, пещеры, вот, как я перевела в прошлом видео, так, свиньи. Коровы, там где-то, по-моему, овца есть. Овца вон где, там курица есть, вон две коровы. Короче, все нормально, зашибись, короче, все. Вот. Что мы сегодня? Ну, мы сегодня будем добывать херобрин, нет, не думаю. И я думаю, нам надо будет расширить загоны, потому что здесь свиней 5 или 6. Привет, будете жрать, жрите. Мне не жалко для вас. Да, так. Сейчас мы сложим быренько ресурсики и... будет все окей. Короче, вот, ну я все из инвентаря убрала. Так, ягоды, ладно, пусть остаются. Сейчас мы будем всю эту территорию нашу расширять вот в эту сторону, чтобы расширить загон и сделать все. Еще я хочу себе построить домик. Домик, это же так важно, домик. Где мы будем сидеть, греться около нашего костерчика, печки. Да, я совсем уже одичавший человек, да. Может, я и не человек уже. Во, я расширила. Теперь у нас не островок, а островище целое. Да, привет. А вы тут живите, да. Так, и сейчас пришло время добыть наш, как бы, ну, батун. Тихо. Так, деревянной киркой мы сначала добываем гранит. Зачем мне гранит, я не понимаю. Забор? Вы серьезно? Вы не предлагаете опять все это рукой ломать? Да, я человек не додумался. Камень! Наш первый камень, ребят! Наш первый камень на этом выживании. Как странно, звучало уже 2 серии, а я только камень добываю. Классно! Я как обычно. Точнее, это мне механика игры не позволяла. По-умному, как я сказала, давайте наш первый камешек. Второй камешек. И третий камешек. И трава. Угу, спасибо. О! Камешек. Я хочу сначала на эту, как называется-то. Хотя нет, надо сначала на кирку сделать, на всякий случай. Ё-моё, что такое было, извините меня. Испугались? Обосрался. Так, я, короче, до железа дошла. Не могу уже сломать киркой обыкновенной. И пришло наше время крафтить себе кирочку. Кирочку нашу. Железненькую, хорошенькую кирочку. Так, так, и... Та-дам! Табра-кидабра! И печку! Та-дам! Я сюда веду как ненормальная. Я ненормальная, вызывайте дурку. Ладно, не вызывайте, шутка. Так, печечку мы поставили. Найс, все. Можно добывать дальше. Так, я, короче, решила сначала переплавить железку. Поставить, переплавляться. Ой, как сразу светло стало. Надо факела расставить. О, железку еще одну. Так, сейчас мы еще одну закинем по-быстренькому, чтобы плавилось, так сказать. Ой, а почему так быстро плавится? Или это мне так кажется? Твою ж дивизию, почему я остановила камеру? Спасибо, крипер. Я не знала, что с этого блока могут спавниться криперы. Я не знала этого. И он меня тут все разнес. Кто упал? Так, надо быстро заделывать дырку, пока здесь еще никто не упал. Тихо, что-то я заговорилась. Все мои животные, зачем я тогда вас загоняла-то всех? Алло, не суицидничать, суицид не... Признавайтесь, кто это сделал? Кого в тюрьму посадить? Кого? Мне срочно надо крафтить забор и всех загонять обратно. Все, я все восстановила, но у нас огромные потери, потому что было 3 вот такие, 4 гривнистые коровы, стало 2. Было 6 свиней, стало 3. Как была овца, так и осталось, хорошо. Была 1 куря, где она? Я что-то ее не вижу, не наблюдаю так. Не слепая, но я не наблюдаю. Да, сейчас я хотела что? Надо, короче, это... Ну, добыть еще одну железку. У меня очень интересная проблемка.
Потому что, извините меня, вы здесь видите железо одно, да? Здесь вы видите где-нибудь еще одно железо? Я что-то не вижу. А вот здесь вы видите, что это может добыть деревянной киркой? Мне кажется, это нет. И что мне делать теперь? Скажите мне. Так, у меня нет нигде случайно завалявшегося кусочка железа. Нет, так, ну это пустые сундуки. Так. И что мне делать? Ломать это что, этой киркой и это... Ну, и... Стоп, оно добылось. Я испугалась, что оно добылось. Я бы сейчас удивилась, если бы это добылось. Ой, паук! Ё-моё. А можно мне доброжелательных мобов? Не, нельзя. Уйди отсюда, паук. Уйди отсюда, я сказала. О, паутина. Надо сохранить. Так, почему я вечно на шифт встаю? Не понимаю я. Так. Все, вот берем каменную кирку и ломаем. Аллилуйя, я нашла еще одно железо. Только я не поняла, почему там золото заспавнилось, конечно. Вот это было обидно, потерять золото. Хотя, не знаю, в чем обидно, ну да ладно. Сейчас мы сделаем факела, расставим их везде, чтобы было ночью не так, как бы это сказать, не так темно. Так, а кто прошелся здесь? Непон. Так, раз сюда факел, потом два вот сюда факел, потом... Факел. Ага, и сюда, и... Сейчас, смотрите, фокус покажу. Во-во-во. Идем, значит, такие. Все на паху, все такие. Возвращаемся так же, и потом падаем. А, не падаем. Интересно, я не зарукожопила, ребят. Я не зарукожопила, что случилось? Это шизофрения. Не вызывайте дурку. Я нормальная, вы что? Нормально, вызывайте дурку. Я ж совсем нормальный человек. Угу, так. Так. Это что такое? Кузнечный станок. Не, он мне не нужен. Мне нужна кирка железная. О, а вот и золото. Так, добыли. Короче, пофиг. Пофиг мне на золото. Так, вот так, пока оно может... А, как вы только что объяснить то, что она жарила? Фу, короче, ладно, это Майнкрафт, не удивляйся. Да, так, кстати, у меня же там, по-моему, снесли... Так, они... Мне опять не сказать то место, где эти вечные блоки. Так, это оно? Не оно. Это оно? Не оно. Это оно? Да, это оно. Все, значит, надо пометить как-нибудь. А как мы будем помечать? Мы будем помечать луком-батоном. Луком-батоном. Короче, вы поняли меня, да? Так, сейчас мы пойдем размножать всех этих зверей, которых мы только можем так кормить. Интересно, а вот эту с этой коровой можно? Нет, нельзя. Я вот думала, можно. Кормить, все. Кормитесь там. Так, а тебе, у тебя нет пока что второй пары. Тебя кормить не буду. Какая я злая, а? Не сдохнет от голода. Не переживайте. Так. Кофри экспресс. Я не понимаю, что это такое. Так. Я хочу еще себе скрасить ножницы, чтобы постричь овцу и делать себе, чтобы можно было перелазить лайфхаком, да. Вот. Ну, короче, это... О! Не понял. А как это я... У меня нет читов. Как это? Как я это сделала? Стоп, надо пересмотреть. Ну, короче... Как это? Каким это образом, извините меня? Ладно, допустим, и как мне отсюда выбраться, не ломая... Ладно, я закончу видео среди своих. Короче, всем удачи и всем пока-пока. Пока-пока, братан. Братан, пока.